Здравствуйте. В эфире национального телевидения Чувашия информационная программа «Республика». В студии Ольга Панова. Сегодня в выпуске. От слов к делу. Китайские инвесторы и чиновники Чувашии наметили планы на перспективу. Нет отраве. В Чебоксарах сожгли партию наркотиков. Спортивный уикенд в честь триумфальных побед. В Чебоксарах состоялся Олимпийский день. Трагические новости приходят с Украины. Там погиб еще один представитель журналистского сообщества. Оператор Первого канала Анатолий Клян. Коллектив национального телевидения Чувашии искренне соболезнует родным, коллегам и друзьям. А их за 40 лет работы в информационной службе Анатолий приобрел множество. Между тем, обстановка на юго-востоке Украины остается напряженной. В Россию прибывают беженцы из горячих точек. В Чувашии готовы принять вынужденных переселенцев. Зарезервированы места в центрах социальной помощи, других учреждениях Минздрава. Организован и сбор средств. Сбор материальной помощи на сегодняшний день организован на счет благотворительный фонд Чувашского республиканского союза Совета женщин. То есть счет опубликован на сайте Минздрава. То есть, пожалуйста, можно перечислять туда финансовые средства. Сбор вещей пока мы его не организовывали, опять-таки для того, чтобы организовать именно адресную доставку этой помощи. Центры нашего социального обслуживания города Чебоксары готовы принять всю эту гуманитарную помощь, но вопрос возникает, мы решили определять ее адресно. То есть вот как только сейчас появятся у нас дети, взрослые, кому какая помощь будет нужна, тут же будут полностью все центры соцобслуживания готовы. Потому что этот сбор помощи у нас осуществляется, по сути дела, в постоянном режиме. И даже на первое время одежда, обувь имеется. Поэтому проблем пока на сегодняшний день нет никаких. К другим новостям. На совещании главы Чувашии и правительства республики подвели итоги работы детских лагерей в первую смену. Проблем никаких не возникло, разве что с погодой. Все детские оздоровительные учреждения открылись в срок, за исключением родничка в Ядринском районе. Детям с путевками в этот лагерь нашли другие места отдыха. Всего в первую смену поправили свое здоровье свыше 57 тысяч ребят. Министр здравоохранения республики Алла Самойлова особо отметила, ни инфекционных заболеваний, ни отравлений, ни несчастных случаев, к счастью, не было. В чем большая заслуга педагогических коллективов лагерей. Чувашия вновь среди лидеров. На этот раз по реализации проекта «Открытые данные». По сведениям Мининформполитики, сегодня на портале доступно 116 наборов данных. Это информация о самых разных сферах жизни республики. Здравоохранение, образование, экономика, ЖКХ, занятость, экология. Обсудили и уровень заработной платы учителей. По итогам первого квартала этого года все целевые показатели по заработной плате в Чувашской республике, определенные указами президента России, выполняются. Причем суммы даже превысили среднеэкономическую зарплату по Чувашии. Глава республики призвал тщательнее производить расчеты. В конечном итоге, когда зарплату придется привести в соответствии со средней по экономике, учителя получат меньше, а это может вызвать негативную реакцию. Чувашия и провинция Сычуань сделали очередной шаг навстречу друг другу. После подписания соглашения на заседании форума «Волга-Янцзы», который проходил в Самаре, китайские бизнесмены приехали в республику с рабочим визитом. Потенциальные инвесторы осматривали территории, на которых им предстоит воплощать проекты и строить предприятия. О чем договорились партнеры, знает мой коллега Дмитрий Ковалев. Еще тогда в Самаре на форуме двух рек после подписания соглашения между Чувашией и провинцией Сычуань их руководители договорились о том, что китайские бизнесмены посетят республику с рабочим визитом. Уже спустя неделю гости из страны восходящего солнца встречаются с властями региона за столом переговоров. Обе стороны настроены на то, что наведенные мосты дружбы будут только крепнуть. Первый шаг был сделан год назад. Именно тогда главы субъектов Поволжья познакомились с провинциями Китая. Сейчас настало время воплощать в реальность конкретные проекты. Мы сюда приехали, у нас осталось очень хорошее впечатление. И мы будем стимулировать, и как можно побыстрее начинается сотрудничество. В первую очередь китайские инвесторы планируют сотрудничать в сфере сельского хозяйства. Пока договариваются о том, что в Мариинском Посаде возможно построить ферму по откорму крупного рогатого скота, а на окраине Цивильской инновационный тепличный комплекс. Для бизнесменов из страны восходящего солнца в Чувашии намерены создать комфортные условия.
наша задача. Конечно, это требует определенных юридических, как сказать, рассмотрений и требует времени. Но я думаю, что в этом году мы создать должны предприятие и начинать двигаться. В состав деловой миссии из Китая вошли и представители Юго-Западного института строительства. Компании из провинции Сычуань могут реализовать в республике проекты по возведению коммерческого жилья. Но планируют зарубежные инвесторы принять участие в реконструкции Московского моста. Они уже провели встречи с чебоксарскими экспертами. На этом конкурсе вашим подрядным организациям, они имеют на это право, участвовать надо будет, соответственно, мы полную информацию в открытой форме предоставим вам. Тут никаких секретов нет. Между тем налаживают связи и учебные заведения обеих стран. Сразу два университета Чувашии подписали соглашение с вузами Китая. Теперь страну восходящего солнца студенты будут посещать намного чаще. А в будущем в республике планируют открыть и кафедры по изучению китайского языка. Продолжатся и гастроли артистов из Поднебесной. Страна восходящего солнца такого интереса к Чувашии не проявляла никогда. Но теперь, когда оба государства укрепили свои отношения на самом высшем уровне, российские регионы и провинции Китая начинают строить совместные планы. 24 июня в республике со своими концертами выступали артисты из провинции Аньхой. И уже не первый раз в этом году в Чувашию приезжают официальные делегации из Китая. Следующим шагом должно стать реализация совместных проектов. И вновь Чувашия подписывает соглашение с провинцией Сычуань. В этот раз о реализации конкретного проекта. В республике будет создан агропромышленный парк. В ближайшие годы китайские инвесторы намерены приступить к строительству трубного завода и производства по глубокой переработке древесины. Но возможно, что появятся и новые задумки. В этом году Чувашию посетит еще одна делегация с провинции Сычуань. Дмитрий Ковалев и Сергей Рябчиков. Республика. Глава Чувашии перед депутатскими каникулами встретился с руководством парламента республики. Во встрече также принимал участие глава Чебоксар Леонид Черкесов. Михаил Игнатьев поблагодарил руководителей комитетов Госсовета за эффективную работу. Он также отметил, что в связи с изменениями в федеральном законе об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, депутатам на уровне республики тоже необходимо внести соответствующие поправки в законодательство. Глава Чувашии просил в первую очередь обращать внимание на чаяния жителей республики. Председатель комитета по государственному строительству, местному самоуправлению, регламенту и депутатской этике Николай Малов сообщил, избиратели все чаще поднимают вопрос о возвращении прямых выборов глав районов. Его поддержали и другие председатели комитетов Госсовета. Михаил Игнатьев подчеркнул важность принятия взвешенного решения, в котором должно быть максимально учтено мнение большинства избирателей Чувашской республики. А на заседании Комитета по экономической политике, агропромышленному комплексу и экологии говорили о проблемах утилизации отходов. Парламентарии, представители различных ведомств не ограничились кабинетным обсуждением проблем, а выехали на Пихтулинскую свалку, биологические очистные сооружения и место строительства полигона ТБО в Новочебоксарске. Свалка ТБО в Чебоксарах у деревни Пихтулино уже 50 лет, при том, что срок ее эксплуатации 20. Сюда привозят отходы от населения и промышленных предприятий городов Чебоксары, Новочебоксарска и Чебоксарского района, где проживает около 50% жителей республики. Около 200 тысяч тонн мусора ежегодно складируется на Пихтулинской свалке. Площадь загрязнения территории более 30 гектаров. Эта свалка однозначно изжила себя. Это понимают и чиновники, и жители Чувашии. Но закрыть совсем ее пока невозможно. Для этого необходимо, чтобы заработал полигон ТБО в Новочебоксарске. Очень большая проблема с этой Пихтулинской свалкой. То, что мы все уже знаем. Во-первых, она уже там отслужила, можно говорить, свой срок. И во-вторых, там надо уже давно применять уже современные там технологии хранения и переработки мусора. В целом хочу отметить, что, значит, естественно, работа специального хозяйства по приемке мусора, значит, налажена довольно-таки, значит, серьезно. Есть, конечно, определенные какие-то замечания, которые будут у нас отражены резолюционно еще потом по итогам выездного заседания. Завершение рекультивации Пихтулинской свалки запланировано на 2017 год. Объем финансирования по проекту 240 миллионов рублей из федерального бюджета, 168 миллионов и 72 миллиона из республиканского. Получается, часть многомиллионных расходов ляжет на плечи налогоплательщиков. Пока здесь работает техника, которая трамбует мусор, необходимо закупить еще измельчитель для облегчения работы. На Чебоксарском полигоне все сделано по современным технологиям, утверждают представители власти. Вред природе минимализирован. Вокруг полигона, вот этой карты, будет пробурена специальная скважина. И будет специальный мониторинг подземных вод по качеству воды.
Новочебоксарский полигон начали строить 3 года назад. С первым подрядчиком пришлось расторгнуть договор за невыполнение обязанностей. Сейчас работу продолжают компании «ГЭСстрой» и «Воддорстрой». В этом году планируют завершить строительство первой карты. Завод нужен для того, чтобы часть мусора отправлять на переработку, а остальную часть хранить в виде брикетов в спрессованном виде. Это позволит продлить срок службы полигона ТБО как минимум до 40 лет. Отсюда на биологически очистные сооружения будут откачивать фильтра, трубы уже проложены. Все бы хорошо, но новочебоксарцы не перестают жаловаться на зловонный запах, обвиняют в этом БОС. Хотя на предприятии заявляют, что максимально избавили новочебоксарцев от неприятного запаха, благодаря введенному в строй автоматизированному комплексу. Замминистра природных ресурсов заметил, что одна из следующих мер – расширение зоны распыления реагентами. Ольга Пырочкина, Татьяна Трофимова, Сергей Рябчиков, Республика. С 30 июня в столице Чувашии к работе приступил новый главный архитектор. Им стал Вениамин Мамуткин. Вениамин Мамуткин окончил Горьковский инженерно-строительный институт, член Союза архитекторов России, лауреат государственной премии «Мариэл». Ранее работал главным архитектором Йошкар-Олы. Вениамин Мамуткин – автор более 20 реализованных архитектурных проектов, среди которых проекты школ в Йошкар-Оле, хирургического корпуса городской больницы, интерьера кинотеатра, а также проект «Традиционная марийская усадьба в Венгрии». 6 чебоксарцев предстанут перед судом за организацию горного бизнеса. Отдел по расследованию особо важных дел Следственного управления Следственного комитета по Чувашии завершил расследование уголовного дела. По версии следствия, с лета 2011 года по июль 2013 обвиняемые в составе организованной группы незаконно организовали законспирированную сеть подпольных казино, состоящую из 5 точек, используя для этих целей не менее 22 игровых автоматов, 5 игральных столов, систему видеонаблюдения и другое оборудование. Этот незаконный бизнес позволил злоумышленникам извлечь доход в размере 8,5 миллионов рублей. Их деятельность была пресечена сотрудниками органов внутренних дел. Все игровое оборудование было изъято. Сейчас расследуется еще одно уголовное дело об организации горного бизнеса в Чебоксарах, Цивильском и Красночитайском районах. Уголовные дела возбуждены в том числе в отношении начальника отдела полиции номер 4 управления МВД по городу Чебоксары, а также в отношении бывшего на момент возбуждения сопредседателя Чувашского регионального отделения Общероссийского народного фронта Евгения Борисова. Начальник отдела полиции подозревается в получении взятки в размере 15 тысяч рублей за покровительство незаконному игорному бизнесу на территории северо-западного района города Чебоксары. А Борисов, по версии следствия, является одним из организаторов незаконного игорного бизнеса как на территории города Чебоксары в 5 точках, так и на территории города Цивильска и села Красноармейского. В результате противоправной деятельности подозреваемых, организовавших этот незаконный игорный бизнес, следствие полагает, ими был извлечен доход на общую сумму свыше 1,5 миллиона рублей. Начальник отдела полиции и Евгений Борисов на основании решения суда в настоящее время находится под стражей. Еще двое фигурантов помещены под домашний арест. В отношении еще 2 фигурантов избрана мера пресечения в виде залога в размере 500 тысяч рублей каждому. Еще 2 подозреваемых находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Противоправная деятельность подозреваемых была пресечена сотрудниками Следственного комитета во взаимодействии с Управлением экономической безопасности и противодействия коррупции, а также отделом собственной безопасности МВД по Чувашской республике. Почти 8 килограммов наркотиков сегодня сожгли наркополицейские. Все это вещественные доказательства по уголовным делам, в отношении которых вынесен приговор. Наша съемочная группа лично проследила за тем, как уничтожались наркотические вещества. Под охраной автоматчиков из спецназа полиции вредные вещества разгружают из автобуса. Специальная комиссия сотрудников Управления госнаркоконтроля Чувашии, специалистов Минздравсоцразвития и природы постановила, что очередную партию наркотиков необходимо уничтожить. В этих пакетах, конвертах и коробках не только сами наркотические средства, но и предметы, с помощью которых их изготавливали и употребляли. Уничтожение произведено за последний период, это порядка 4 месяцев по поступившим приговорам. Уничтожено более 1,5 килограмма наркотического средства гашиш, около 2 килограмма марихуаны, в той же цифре около 2 килограмма маковой соломы.
Сжигают вещдоки на предприятии «Экология». Оно специализируется на уничтожении опасных отходов 1 и 4 классов специальной термической установки. Выделяющийся газ проходит очистку в циклоне и скрубере. Поэтому сжигание наркотиков в таких печах является технологически эффективным и экологически чистым способом уничтожения вещдоков. Нельзя говорить так, больше или меньше. Дело в том, что практика, которая складывается последние 3-4 года, свидетельствует о том, что меняется вид потребляемого вещества, способы сбыта. Мы все чаще сталкиваемся с наркотическими средствами синтетического происхождения в виде солей, курительных смесей, сбыт которых осуществляется бесконтактным способом. Общий вес уничтоженных наркотиков порядка 8 килограммов. Таким образом, сожжено более 100 предметов, исполнено более 60 приговоров. По этим приговорам осуждены более 90 человек, которые были связаны с незаконным оборотом указанных наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ. Татьяна Молокова, Антон Вовк, Республика. Эти выходные для многих жителей Чувашии стали олимпийскими. Республика присоединилась к всероссийской акции. Во многих районах состоялись массовые соревнования, но самой спортивной в этот день стала набережная Чебоксарского залива. Подробности в следующем сюжете. Позаниматься спортом на Певческом поле приехали и скейтбордисты, и регбисты, и даже члены сборной по воркауту. Соревновались чебоксарцы на турниках, беговых дорожках, не пустовали в этот день ни водные просторы столичного залива. Здесь сражались за ценные призы покорители байдарок. Но одними из первых свою олимпийскую дистанцию преодолели легкоатлеты. В одной колонии вместе с чебоксарцами финишировали призеры Олимпийских игр и ветераны. Мы показываем молодежь, какой образ жизни надо вести, и сами общаемся, потому что по ходу деятельности такая, редко встречаемся, но этот день у нас двойной праздник сегодня. Вслед за легкоатлетами спортивную дистанцию преодолели и велосипедисты. На своих железных конях сюда приехали профессионалы и любители, взрослые и дети. Присоединился к этой команде и глава республики. Все ощущения прекрасные. Понятно, дождь шел, сейчас он прекратился. Когда как раз дали старт 25-му всероссийскому олимпийскому дню. И с точки зрения участников, люди, кто занимается спортом, любит спорт, они дождя не боятся. Наоборот, погода такая прохладненькая, не жарко. Это как раз тот случай, когда нужно заниматься, прогуливаться, ходить. Олимпийский день посвятили триумфальной победе российских спортсменов на зимних играх. В этом году только на набережной залива. Эта акция объединила более 2000 человек. Ольга Пырочкина, Дмитрий Ковалев, Сергей Рябчиков, Республика. Таким был этот день глазами журналистов национального телевидения. Я с вами прощаюсь, но не переключайтесь. Далее вас ждет интервью по существу. Гость – писатель, публицист, общественный деятель Александр Проханов.